Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Диана. И сегодня мы с вами посмотрим, как добавить файл sitemap в Google, в общем-то. Как вы знаете, Google является одним из основных поисковиков, который помогает продвигать наш сайт в топы. И, конечно, я вам рекомендую настоятельно зарегистрироваться на этом сайте. Посмотрите, регистрация от google.com. Открывайте этот сайт, проходите веб-мастера, регистрируйтесь на этом сайте как веб-мастер, добавляйте ваш сайт сюда. Вот у меня оказалась какая проблема. Сайт мой добавлен был давно в эти инструменты, но я посмотрела, у меня оказалась вот такая тревожная надпись, что так, вот здесь, смотрите, вот в этой вкладочке «Файлы sitemap» у меня была надпись «Файлы sitemap отсутствуют». Это говорит о том, что поисковый робот Google не может, как положено, индексировать страницы моего сайта, то есть быстро, точно, четко. Вот. Ну, в сайт сознание.ру я уже добавила карты sitemap. Теперь посмотрим, как добавить в другой сайт, в котором наверняка будет та же тревожная надпись, что файлы sitemap отсутствуют. Вот, в частности, еще один сайт. Семья Центр, который у меня имеется, я его курирую. Файлы sitemap отсутствуют. Если у вас такая же будет запись, вам нужно добавить файл sitemap в поисковик Google. Google веб-мастера. Нажимаем сюда. Так, открывается вот такая вкладочка. Видите, файлы sitemap, мои файлы. Все файлы sitemap для этого сайта отсутствуют. Что нужно сделать? Нужно добавить файл карты. Вот сюда, в это окошечко, буквально забиваем очень простую надпись, которая у вас в вашем поисковике, в вашем робот.txt содержится, указание на то, где у вас находятся файлы sitemap. Sitemap XML. Отправить файл sitemap. Отправляем. Все, файл sitemap отправлен. Обновите страницу. Обновляем страницу и смотрим, что изменилось. Вот, получается, что у нас файлы добавлены в sitemap, и у нас сразу же появилась вот такая графика. Веб-страниц 12 штук записей у меня на этом сайте, и они все теперь будут, как положено, индексироваться. Все, удачи вам!